Привет, сегодня будем смотреть постройки Максима. Короче, давай начинать. Давайте. Моя первая постройка — это акула из игры Epic Mickey Games. Ну да, это как раз таки то, что мы хотели посмотреть. Моментальная загрузка уже включена. Да. И это обе, да? Человек, да, за бортом. Мини. Так. Вот такая. Можно я прочитаю туториал? Да. Hello, it's... Привет, это игра из Epic Mickey Games. Паркур с ошибкой. Игра. Тут идите в портал и в игру. Эта игра строилась... я строил 3 часа. Всем пока. Ну, типа такого. О, а тут секретка, что ли? Да. А зачем? Мини. Ну ладно. Да, просто. А вот это что такое? Акула? Какая будет страшная акула. Да, вот такая вот. Блин, даже страшнее, чем в самом Epic Mini. Так, я появился и куда... Вот а сюда. Почему она такая маленькая? Ну, фантазия отшумит. Значит, но... суть, нужно нажать на эту кнопку и сразу же стартовать. Так, нажимай. Хорошо, раз, два, три. Я проиграл. Она с порталом и меня выбрасывает назад, да? Да. Тут реально, да, можно проиграть. Возвращай назад, акула. Хорошо. Так, я... ну тогда давай ты попробуешь. Ты, наверное, знаешь игру свою? Да. И... раз, два. Поехали. Блин, я сам проиграл. О, ты реально проходишь. Давай, ты сможешь. Чуть осталось. Иху. И проиграл в самом конце? Не, не проиграл. А, просто тут невидимый портал. А куда тебе ТП-шный секрет? Ну, вот такой вот спавн. Сейчас я хочу посмотреть тоже, куда. Пэш, спавн или куда-то другое место? Там я ищу просто. Ну. Да, вот сюда. Трава из обсидиана. И можно по одному. Продают акульи, вкусняшки. Можно я попробую мини-игру поиграть? А вообще, вот это чудо? Да, это бонус. Знаешь, вот эти под давлением игра. А, да, да. Ну, топ, так вот. Топ. Один... топ комб один... на и на. Чего? Ну, топ комбинации там. Короче, суть просто вот так поймать игрока. Вот так, да? Упс, да. Понятно. Так вот нужно от первого лица. Уворачиваться. Камера там для... есть специальная кнопка. Чтобы играть, да? Автомат. Автоматом играть можете или чего? Нет, тут есть специальная кнопка, для которой, ну, можно будет смотреть. А, от первого лица, я понял. Да, просто на вот эту кнопку жать. Так, что теперь? И теперь... Пресс. Надо, чтобы один... Давай. Чтобы один управлял. А тут дырку закрыть можешь? Да, сейчас. Люк закрыть. И давай я попробую выиграть тебя. Правда, я не понимаю, как тут выиграть. Да, просто пока, ну... до бесконечности можно. Ну ладно, ну там просто время бывает. Ой, да, да чё, так невозможно выиграть. Слушай, давай играть честно. Игрока. Честно играй. Так, ну типа я пока что справляюсь, просто тут бегу. А вот так можно? Опачки, я читер. Ой, я на матке был. Ну ладно, так нельзя, честно. Если бы сверху был бы еще пресс, тогда меня бы там... Он... Опускай, куда мне идти? Нет, все, я прохожу. Ну, короче, я вроде бы тут нашел способ. Ладно. Бежать. Так, можно я в акулу поиграю? А то я так и не поиграл. Да, можно. Затонувший Титаник даже. Мини-Титаник. Стоп, он там человек проходит, он просто думает, что надо просто проходить. Ну да. Он проиграл. Так, можешь на кнопку приготовиться нажать? Да, можно самому. Ой. Просто нажать и сразу же начинать бежать. А я хочу сначала просто попробовать паркур сам пройти. У меня просто при записи лагает, и мне очень сложно. Паркур. У меня PS. У меня очень лагает. Так, сейчас попробую тогда. Надо на кнопку нажать? Да. Тут еще этот можно нажать на деревяшку, и она пропадет. Да. Чем? Изначально я собирался, чтобы можно было еще второй игрок мог мешать. Но потом убирать я подумал, что это не... Потом я подумал, что это не из Epic Mini Games, поэтому удалил это. Правда, тут вода из ткани. Так, все, я включаю акулу и бегу. И упал. Ой. Поражение. Да, потрачу. Сложно. Ну, просто меня лагает. Может, ты включишь? Окей. Да, я сразу на два блока впереди буду. Хорошо. Ой. Меня, правда, назад выбросить. Так, я бегу, получается, вот сюда. Стой, включай. Раз, два, три. Так, вон сзади меня акула, я убегаю. Yes, я победил. Ура! Так, а тут это акула опять. Это плохая концовка. Ой, а можно я еще раз попробую? Да, тут хоть до бесконечности можно. А там поршни получается. Можешь скоростью поршни? А нет, не надо. Тогда будет слишком. А имеется в виду скорость. Включаю, и вон там человек проходит. Нет, уже не надо. Даже люди пройти не могут. Пакуют. Ну ладно, давай тогда следующую постройку. Ну, например, какой-нибудь корабль, можно сказать, мой самый первый, который я решил построить нормально. Это что такое впереди? Это нобик новогодний. Новогодний? А где вход? А, там есть. Вон, сбоку. Я бегу. А вот, да, паркур, а нет, не паркур. Это получается просто корабль. Это пилотское кресло. Пилотское? Ну да, чтобы можно кораблем было. Ну, я понял, что можно было им делать. А почему нобик так выглядит? Шапочка у него. Ну, просто решил делать. Тут еще есть проход вниз, а тут целый лабиринт. Да, тут лабиринтик. А тут реально лабиринт? Да, тут реально лабиринт. А если я его пройду, что я буду ждать сундуки? В конце будут сундуки. А я знаю, как его пройти. Надо съесть конфетку.
Да, я смогу там пройти. Короче, этот лабиринт можно пройти. А, так, сейчас попробую портал поставить. Вообще, там вас можно пройти. Ну, возможно, но это сложно. Ну, не так уж сложно, там минута. Сейчас у меня есть идея, как подставить. Типа, я этот лабиринт сам честно прошу. Я поставил два портала, удаляю. Теперь стою сюда. Так, этот момент нужно будет вырезать. Эх, я тут 5 часов прохожу лабиринт. Эх, наконец-то, ура, я победил. Ура, ты прошел наконец-то. Ну, вообще-то я порталами пользуюсь. Так, а тут ракета еще. Ладно. Да. Можно я им поуправляю? Да, можно, конечно. Теперь мне надо выбраться из этого лабиринта. Мне придется потратить. Добавить еще ракеты. А стоп, а я же прошел лабиринт. Ну, а как теперь из него выбраться? Поставить. Сейчас, удаляю все и давай, садись на стуль. Ну, я сажусь на пилот, чтобы управлять. Я сажусь на обычный деревянный. Ладно, включаю воду. Ну, включай воду. Скорей. Все, мы поплыли по билд-роботу. Мне интересно просто, что будет с Нубиком, когда мы достигнем конца карты. Насколько он станет сильнее? Думаю, намного. А это ты специально сделал, чтобы он так плавал? Да. Если лень проходить билд, что летать? Да, есть нажать на F. Это типа колесо корабль? Да. Ну, я просто хочу до конца. Да. Ну, можно его использовать как такой корабль, можно как-то. Зачем вообще крест пилота на корабль ставить? Ну, чтобы побыстрее проходить. Все друзья такие приготовились, там встали впереди, чтобы наблюдать за длительным и интересным путешествием. А ты как идешь? Полетел и все разлетел. А, все. Тут проблемы у таких кораблей, они путь. Для этого есть. Да. Еще. Ой. Я выпрыгнул. Нет. Давай, я тебя спасу. С другой стороны. Там дорога. Давай, давай. Если я придавила кораблем, меня раздавило. Я нет. Умер. А у меня мачта взорвалась. Ой, я тоже выпрыгнул случайно. О, нет. Корабль сам улетает. Я за его бортом остался. Я почти у конца. Как жаль, что ты не можешь ко мне. А ты можешь какую-нибудь постройку загрузить, с помощью которой... Ну, в принципе, можно одну такую не очень честную постройку загрузить. Какую? Вообще-то я уже у конца. А, ну ладно. Сейчас я к тебе вернусь. Я уже в конце. Последнее испытание. Мне интересно посмотреть, что просто Снубик последнего испытания. Да. В мастерстве я вообще не про. Так, ну... А он даже не поцарапал. Удивительно. Ничего себе, он прочный. У меня только один блок в красный раз. Сокровища я забирать не буду. Возвращаюсь на базу. Нубик какой-то донатер. Купил бесконечной жизни. Все, я готов. Просмотр. Потом следующее, это, можно сказать, растение. А. И сплэт весь зон. Из рекламы. А, ну ладно, так тоже можно. Ему листочек дали, он съел и вот стал таким, военным. Что это такое? Тут нужна маленькая конфетка. Что это вообще такое? Я только в рекламе, похоже, что-то видел такое. А что это вообще? Вот. Ну, это управление. Если нажать на F, то он будет стрелять. Нет, ну что вот это за растение? А, это горох. С шлемом? Ну да, там в игре, если ты на него направишь листочек, то у него появится шлем, и он просто будет на тайминге. А, ну я вижу, у него 4 пушки. Это типа игра, где на зомби такие идут, и надо в них стрелять. Типа во вторник. Тогда идем, станем зомбиками. Ну, можешь сказать и так. Сейчас, я немножко подожду, пока превращусь в зомби. Ну, давай, тоже типа помогу своим локи-блоком. Давай, помогите мне стать зомби, пожалуйста. Я буду ребенком в зомби. Не, ты будешь стрелять меня в пушку. Фу, я умный. Включай фиксацию у него. Давай, где зомби? Зомби-мутант, вот тебе зомби. Идемте сюда скорее. Нужно третьего кипа. У кого есть третий? Все, я зомби. О, все, я тор. Включи это, конфет крас и включи PvP режим. Там стой, прямо на пути у меня. Ну, растение тут. Да. Сейчас такой фокус будет. Давай, иди там, я садись. Двигаться не могу. Так, вот, ты зомби, а вот я растение со шлемом. Стреляю в тебя. Ой, еще этого мы попробуем. Не видели. Растение сломалось. Ладно, давай посмотрим, что им друг. Только надо... Ну...